Доброго дня, товарищи! Настолько понравилась нашим знакомым витаминка от Рутека, что они прям повально к нам поехали. Вот так, автомобиль Volkswagen. Двигатель, в принципе, пробежал много, но из-за того, что маслица было не совсем то, которое нужно. Так, вот сейчас будем вот этот вот спутник заливать. Открывай. Автомобиль только что проехался. Температура у него рабочая. Заливаем. Лей, прям все выливай. Вот, там можно пальцем потом остатки выковырить. Так. Нормально. Все. Заводим. 12.53. Все. Работаем. Так, это у нас ховер 6, да? Да. Сколько у тебя пробег, Кость? 63-63. Сейчас мы заливаем вот эту штуку. Нет, Кость, нормально. На. Вот. Вот только открыл, распаковал. Давай тудымся. Лей. Мы уже ее размешали. Да переворачивай полностью. Не переживай. Чтобы пластмасса туда не упала. Достанем, если что. Все на ваших глазах, это все было залито. Да. Вот да, в данном случае автомобиль Chrysler Pacific. Мотор 3,5 литра. Вот. Но машинка тоже не первого года свежести. Поэтому как бы человек озадачился и хочет добавить хорошую вещь. Моторчик здесь, в принципе, в хорошем состоянии. Поэтому вот не смотрите, что он 3,5. Нальем тюбик на 3,2 литра рабочего объема. Ему будет достаточно. Голоданий никаких не будет, поверьте. Перед заливкой необходимо двигатель прогреть. Хорошенечко тюбик взболтать до исчезновения. Разболтали весь осадочек активного компонента. Так, товарищ, скрывай тюбик и заливай собственной рукой, чтобы потом на нас не было. Сам налил. Ну, человек давно знаком с присадками и с добавками подобного рода, поэтому, узнав, что она у нас есть, примчался. Ее не выжать на всех. Так, помимо всего этого, у нас где-то здесь еще находится бачок гидроусилителя руля. Сюда мы тоже добавим витаминку, но уже из другого пузыречка. Вот из такого. Концентрат. Из расчета 5 кубиков на литр масла. Так, очередное включение спустя полчаса. Ребят, машина к нам приехала, двигатель был прогретый, но какой-то из гидрокомпенсаторов постукивал, это было слышно. Сейчас тишина, реально тишина, то есть Рутек уже начал работать. Вот. Ну что ж, попробуем прокатиться вместе с владельцем за рулем, да послушаем. Итак, тронулись. Вот мы едем. Так, ну вот на месте вы руль... Ух ты! Ну двигатель потише. Вот, владелец говорит, двигатель уже тише стал в салоне. Ну так-то не шумел, ну помягче, слышно, что мягче. Как он работает, я знаю. Ну а по приемистости? Пока разницы нету? Ну, по этой дороге не поймешь, это если по... До 160 разогнать. Ну, прошло всего полчаса, так что прям радикальных изменений за это время. Да, но все равно там должно поработать, где-то оно должно на нагрузочку пойти, где-то, где трется оно. Первый результат замечается буквально через 20-30 минут, но по сути, ну как по гуру. Клапанок западал, то бишь отдувает, крутишь, он раз, как отключился. Подкусывал, да? Да, что-то я не знаю, что он там делает, то, что он там как-то промывает. Нету, я стоял специально туда-сюда его вертел. Пока замечен не был. В системе Гура Рутек именно лепестки и клапана отмывает. Причем очень хорошо. И опять же на всю жизнь Декстронов в системе Гура. Ну, динамика у машинки, конечно, здоровская. Да. Так тут и лошадей-то, извините. Да.
динамика. Да, помягче стал. Ну что ж, ваше заключение рекомендуете? Да, вполне прям. Прям вполне смело. Смело, ребят. Слышно, мягкость работы слышно. Это как бы, вот это и нужно. Да. Если двигатель работает мягко, значит у него там трение уменьшается. Уменьшается трение, значит повышается ресурс. Будет дольше, да, будет. А вот этого и добивали. Сам двигатель-то нормально себя чувствует, но после этого вот слышно, что он чуть поменьше. Вполне себе. На это оптимистично. Всем привет. Ну вот с присадками от Рутека была залита присадка спутник плюс. И ну, 2 месяца уже проездила машина. Как бы полет нормальный, очень даже нормальный. Сейчас у них новая продукция, реноватор. Будем заливать реноватор. Как бы, ну, отзывы очень хорошие о нем. Ну, судя по тому, что у меня после спутника как бы машинка себя очень хорошо чувствует, я очень доволен. Как бы, ну, есть существенная разница. Было-стало. Будем заливать новую продукцию. Реноватор называется. Где-нибудь остановимся, запихаем. Так, а это уже подсифика 3,5 литра. Тоже постоял, почухался, погрелся. Ай, нормально. Температура. Сейчас мы сюда забабахаем. Пусть сарахтит. Так. Нулье. Вскрываем. Заливаем. Заливаем. Все. Тоже сейчас заводим. И пусть тарахтит. Реноватор. 3,5 литра. Хорош пищать, давай работать. Все. Вот, пусть тарахтит. А вот Пацифика шепчет. Ой, как я люблю звук этого мотора. Ну все, хватит. О, Карлсон сработал. Все пойдет. Сейчас Карлсон остановится и заглушим ее. А потом поездим, посмотрим. Всем привет. Ну что, прошло какое-то время после заливки реноватора. Уже, ну, может, неделя-полторы, наверное. Ну, так вот где-то. Ну, что я могу сказать? Блин, я доволен. Динамика прямо улучшилась. Двигатель мягче еще работает. Буквально сегодня ездил в другой город, там подъемы, это все. Как бы после спутника улучшилось. Сейчас вообще еще легче двигатель. Плюс, ну, я прям реально вижу, что у меня расходик-то подупал. Как бы двигатель-то не маленький, кушает он тоже немало. Ну, я туда-обратно съездил и прям приятно удивлен. В горочку машинка идет, прям двигатель шепчет. Хотя как бы, ну, кобыл-то хватает, но все равно чувствуется, когда идешь на затяжной подъем, она там может где-то переключиться. Да это вообще никаких переключений. Вот как шел в одной паре, так и шел, блин. В горочку газку поддаешь, она, блин, вообще улетает. Блин, я приятно удивлен, если честно. Как бы не ожидал, что будет такой результат. Ну, блин, верьте, нет, ну, реально работает присадка. И очень даже хорошо работает. Так что, если кто-то неверующий, там, блин,
сомневается в этих присадках. Блин, могу прям заверить и рекомендую очень, даже очень рекомендую. Присадка работает, реально работает, работает хорошо. По двигателю, ну, я знаю, как мой двигатель работает, я знаю, как машина едет, и она стала лучше ехать, лучше работать. Мне нравится, я, пожалуй, как бы, ну, буду по мере надобности использовать и рекомендовать, как бы. Я тоже занимаюсь ремонтами машины, я буду рекомендовать присадочку эту своим ребятам, пусть тоже как бы наслаждаются хорошей работой двигателя. Ну все, до встречи. Скания 143, 8-цилиндровый двигатель, своеобразный. Ну, износ вообще практически нулевой. На гильзах еще по